Об организованных выездах на школьные экскурсии нужно предупреждать госавтоинспекцию. Во Фрунзенском районе запланированы десятки автобусных поездок с детьми. Сотрудник госавтоинспекции может проверить любой автобус, который везет детей на экскурсию. Инспектор обращает внимание на исправность рулевого управления, тормозной системы, внешних световых приборов, состояние колес, наличие огнетушителей, аптечки, ремней безопасности. Также водитель должен предоставить все необходимые документы. В этом автобусе все в порядке. Согласно постановлению 1177 правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 года, руководители школ или лица, ответственные за организованную перевозку групп детей, должны передавать уведомления в районный отдел ГИБДД не позднее, чем за 2 дня до выезда. В случае, если детей будут перевозить 3 автобуса и более, необходимо отправить заявку в управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области на сопровождение. Сделать это руководство школы обязано не позднее, чем за 10 дней до выезда.